неделя, чтобы написать все. Кто там? Вива Куба. Вива Куба. Поздравляю тебя. Ты худая, такая как скелет уже. Поздравляю тебя. Желаю тебе, давай, давай. Желаю тебе самое главное здоровье. Потому что смотреть на тебя, а ну посмотрите на нее. Вместо того, чтобы была топ-модель, кровь с молоком, топ-модель. Сейчас приехала, как я не знаю что. Значит, кушать, восстанавливать здоровье, тренироваться, исправлять такие жуткие дела, которые я уже посмотрел. Он у меня, Петр Павлович, сделал финальный этот самый матч. Будем смотреть, я тебе буду показывать пальцем прямо здесь. И ехать дальше вперед. Но сейчас отдохнуть хорошенько несколько дней, потом прийти потихоньку, 2-3 недели 100% работы тренировочной. Я уже вижу. С удовольствием. Так, поздравляем мы тебя чем? Вот тебе цветы. Очень хорошие. Потому что я не ухал. Вот тебе клуб делает подарок. Посмотри. 60 лет уникорн. А тут кто? О боже. Мой размер. Подожди, это твой размер? По-моему, М, да. Да. Вот тебе две майки. Спасибо огромное. Ну, конечно, огромное. Просто так не выйдет, да? Вот тебе две кружки, будешь пить чай. Маша. С Машей, да. Два блокнота тоже можешь один Маше подарить, который будешь будем записывать мою прекрасную статистику матчей. Да, и более того, и даже две ручки тоже, видишь, тут написано 60 лет. Так что все это бери. Спасибо. Носи на здоровье, отдыхай. А лично от себя, как ты думаешь, что я тебе подарю? Вот я подумал, что ей больше всего надо сейчас? А? Еда. О, молодец! Посмотрите. И ты там тоже можешь немножко поработать. Видишь? Видишь, любишь? Это мой любимый торт. Ну, вот видишь, причем свежий. Вот это все. Сейчас иди отдыхай, будем на звонках, будем говорить о том, что делать дальше. И все, что было хорошее, запоминай, пусть тебе снится. Все, что было плохое, чтобы близко никогда не думала. Спасибо огромное. Давай, пока. Отдыхай. Отдыхай. А этот я оставил у себя, будем сидеть, смотреть и говорить. Спасибо. Все. Пока, Маша. Привет маме. Всего доброго. Всего хорошего. Пока.